7 автоцистерн получили красноярские пожарные ключи от новой техники. Подразделениям вручили руководители службы. Машины сменят устаревшую технику в районах края. 2021 стал годом большого обновления пожарной техники в крае. Если взять все подразделения пожарной охраны, то самого разного оборудования на их балансе больше 2000 штук. И постепенно идет его замена и обновление. У края есть концепция по развитию пожарной службы до 2030 года, где есть и создание новых станций, постов и увеличение штата, и еще более современное оборудование. Для того, чтобы эффективно отвечать на те вызовы, которые преподносит нам и природа, да, и эффективно отвечать на аварии техногенного свойства, необходим не только высокий профессионализм пожарных, но необходимо их надлежащее материально-техническое обеспечение. Будут осуществляться подготовка и переподготовка кадров для того, чтобы даже в малых населенных пунктах Красноярского края люди чувствовали себя под защитой. Среди этих подразделений нет городов. Это сельская местность. И это очень важно. Потому что прикрытие территории, обширной территории Красноярского края, оно, конечно, в первую очередь должно строиться за счет прикрытия сельских территорий.